В ночь на 1 января в Северодвинске будет курсировать автобус по маршруту «Новогодний». Схема его движения на экране. Автобус стартует на Морском проспекте. Далее по Арктической, Трухиново и по Ломоносову. Проезжая мимо Ивушки, ЦУМа, драмтеатра, спорттоваров, через площадь Ломоносова маршрут идет по Профсоюзной. Далее по Советской поворачивает на Железнодорожную. Затем с обычными остановками автобус проследует на Ягры. Остановки на Октябрьской, Бутом и Дзержинского, Логинова, Мира. Развернувшись на Гоголя, маршрут проследует в город. Автобусов будет два. Время отправления от остановок – проспект Морской и Спутник на экране. Льготы и проездные на новогоднем маршруте не действуют. Стоимость проезда 25 рублей.